С конца августа на территории Новочебоксарска заработала ярмарка «Дары осени-2015». Во всех микрорайонах города предлагается сельхозпродукция местных производителей из различных районов Чувашии – Урмарского, Альковского, Батыревского, Комсомольского, Мариинско-Посадского, Цивильского, Чубоксарского, Козловского и других районов. В ходе данного месячника сельхозтоваропроизводителям Чувашии предоставляются бесплатные торговые места. Мы приехали Урмарского района, Урмары, деревня Большая Яниково. В прошлом году мы каждый год продаем, в прошлом году начали с 15 рублей было. А в этом году, 30 августа, начали ярмарка, когда Игнатий приехал, мы начали с 12 рублей. А сейчас вот стало 10 рублей. Картошка хорошая, мы ничего, вроде бы, не жалуются. В прошлом году вообще какие продажи были? Сколько картофеля продали в прошлом году? Много-много. В этом году каждый день, вот выходные, по 2 газеля продавали. У нас это гектары мы это арендуем и сажаем. Трактор мы сажаем, комбайн выкапываем, помогают. Мы тоже плотим, кто нам помогает. Также был организован прием заявок от ветеранов, пенсионеров, инвалидов города на бесплатную доставку приобретенной сельхозпродукции. Большой ассортимент картофеля, моркови, лука и других овощей, предоставленных на ярмарке, замечательная возможность запастись всеми необходимыми сельхозпродуктами на зиму. К тому же осень – хорошее время для высадки саженцев садово-плодовых культур. Яблони хорошие, кустарники разные. Как вообще продажи идут? Люди покупают? Ну, кто меня знает, покупают. Ага, то есть не первый год вы, да? Я не первый год, я уже 6-й год здесь стою. Что часто берут? Берут летние сорта, например, яблони очень хорошо берут. Зимние сорта берут, синап северный. Почему его берут? Он хорошо хранится, сочный? Ну, у нас они все такие морозостойкие по нашему климату. Но... А тяжело вообще вот так вот выращивать, ухаживать за ними? Но если работа тебе нравится, я бы не сказала, тяжело. Нам нравится наш труд, наш результат нам нравится, как они растут. Цена на картофель за 1 килограмм составила в среднем 9-10 рублей, на морковь 20, на лук репчатый 15 рублей. Отметим, что за 3 недели месячника реализовано почти 200 тонн сельскохозяйственной продукции. Напомним, что ярмарка продлится до 10 октября.